Организатор не мы. Придут, они все с нами, они придут. Они придут с нами познакомиться, чтобы в этом на коллеже Еще один вопрос. Добрый вечер. Еще раз здравствуйте. Во-первых, мы очень рады, что мы наконец-таки приехали в этот замечательный город Больших Ванков. И что именно в вашем городе состоится такой прекрасный первый международный музыкальный фестиваль. Ну и, конечно же, мы рады, что мы заглянули в ваш корейский культурный центр, который считается южным корейским номером. Все вас очень хорошо знают, многие вас любят. И, конечно, хотим бы дальше узнать ваши впечатления. Немного рассказать о вашем культурном центре. Здравствуйте. Но наш культурный центр, это скорее действительно мы впервые организовали такой центр, было это частный путем, и корейцы выезжали, и было некуда идти. Как обычно, мы выезжаем за границу, и обычно мы идем туда, где наш центр, где русскоязычные, допустим, или, например, англичане, англоязычные, а мы, вот они приезжают все к нам. Вот он организатор. Организатор он их пригласил, он вот это вот наш садянин. Я вас познакомлю. Да, нужно познакомиться. Да? Да. Они, ну как что дегам, да, садянин, ну한국 노래의 말이 있습니다. 아니요! 한국 노래의 말이 있습니다. 하지 않아요. 나 그래요? 어떻게 지내야 되나요?